20-й юбилейный Всероссийский форум «Здравница-2021» проходил с 15 по 17 июня в экспоцентре в Москве. Участниками форума стали более 3000 человек со всей страны и зарубежья. Это форум, где эксперты оценивают то состояние, в котором сегодня находится наша отрасль, и выстраивают планы и перспективы на будущее. Санаторно-курортный комплекс сложился именно в России, в той виде, в котором он есть, как конвейер здоровья, как здравница здоровья, как некая компиляция различного вида организаций, которые позволяют продлевать активное долголетие, так и быстро восстанавливать трудовые ресурсы, что особенно важно в сегодняшний момент. Технологии, которые применяются в санаторно-курортном лечении, они дают достаточно быстрый и хороший эффект, с одной стороны, и долгосрочный, и людям получать определенный заряд бодрости, энергии, восстанавливать свое здоровье. Очень большой интерес другие наши коллеги имели к нашим технологиям по восстановлению нарушенного обмена веществ у человека, лечению сахарного диабета, проблемы с ожирением. А самое большое желание у людей было узнать доподлинно, каким образом мы проводим послековидную реабилитацию. Наш регион славится тамбуканской грязью. Это иловая сульфидная лечебная грязь, большими довольно-таки запасами. Ландшафт, уникальный климат, например, Кисловодска, тоже создает свою неповторимую прелесть, очарование. Природные факторы Крыма – это основной притягательный символ на сегодня наших отдыхающих и наших пациентов, особенно в постковидный период, если говорить о сегодняшнем дне. Это климатические условия, это лечебные грязи, это и целебные минеральные воды. Всем здоровья! Мы достигнем соглашений о партнерстве в общем развитии санаторно-курортного лечения, отдыха и модернизации объектов санаторно-курортного лечения для того, чтобы качество, сервис и прочие направления новые развивались в кратчайшие сроки на территории всех стран Евразии.